несколько старых фотографий о наших встречах за это длинное полстолетие все-таки сохранилось. Обычно наши встречи организовывала Регина Карабовская. Большой любовью и заботой о всех нас. Большое ей спасибо, как и Мише Астраханову, за организацию наших более поздних встреч. К сожалению, нет ни одной фотографии нашей встречи в 1984 году у Тани Курловой. Из тех фотографий, которые я нашла, я сделала это коротенькое слайд-шоу. Я нашла и несколько совсем старых фотографий. В молодости люди не очень-то любят фотографироваться. И напрасно. Так приятно посмотреть на себя полстолетия спустя. Вот Тамара Мочельникова и красивые косы Вали Якименковой на первом плане. А там Нина Кузнецова и Володя Троенко. Здесь Леня Климов с Илюшей Казарновским беседуют. Там где-то в глубине Валь Никитин, на первом плане Петя Ланцевич, а справа Феликс Мамулов, ну и Нина Кузнецова со своим бантом. А дальше Олечка Яромицкая и Нина Кузнецова в лаборатории. В Нарве на строительстве Прибалтийской ГРЭС мы все работали бесплатно, как все студенты в те времена. Это вот наша бригада. Ее бригадир Нина Кузнецова докладывает на утренней линейке начальнику стройки, что у нас все в порядке. Интересный снимок. Здесь поклонник Олечки Яромицкой, будущий большой ученый Гриша Идлис, целится из лука в Кузнецову. На слете туристов Кузнецова и Хлебников подносят хлеб-соль своей команде-сопернице. Смотреть на наши молодые лица сегодня и грустно, и очень приятно, и интересно. Какие все девушки были красивые, какие замечательные ребята были в нашей группе. А какие замечательные преподаватели в главе со Смирновым Николаем Ивановичем. Я уж не говорю про красавицу Любовь Николаевну. А это мы все вот такие молодые. Отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя.
Ничто на земле не проходит бесследно. И юностью... Давайте встречаться, потому что нам осталось гораздо меньше, чем прошло. А видеть старых друзей все-таки очень хорошо. Как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя.